Сегодня мы вяжем носки с необычной пяткой. Это просто подарок для тех, кто не умеет вывязывать пятки частичным вязанием. И это уже 18-я модель нетрадиционного вязания носков, представленная на нашем канале. Ого, как много! И что еще можно придумать? Простые носки – это просто утеплитель, а придумывать и связать что-то необычное – это утеплитель с удовольствием. Да, давай тогда фокус. Нет, фокус я показывала в прошлый раз. Сейчас просто покажу, как можно вязать. Все обычно. Мерки, выкройка, вязание. Измеряем ширину ступни, длину ступни, высоту носка, длину носка по верхней части ноги. Обычно мерки так не снимают. Да, но носок-то необычный. Строим выкройку в программе KnitStyler. Ширина – это половина ширины ступни. Высота носка, длина ступни, длина носка по верхней части ноги. От точки пятки строим два треугольника. Высота треугольника – это мерка от пола до косточки. И ширина, умноженная на 2. У меня это 4,8 см. Не забудьте угол прямой. Уголки буду провязывать отдельно. Просто показываю на выкройке, куда их присоединять. Мысок выделяем двумя уголками по 2-3 см. Интересненько. Если бы не видела готовое, не поверила, что это носок. А это именно носок. Сначала свяжем два уголка. Не забудьте, что у носка стороны имеют зеркальную симметрию, поэтому уголки не одинаковые. Само полотно выполняем долевым вязанием. Для удобства можно начинать со средней полосы, надвязать высоту со ступней и отдельно верхнюю часть носка. Сразу присоединяем уголок внешним швом. Переворачиваем и среднюю часть выполняем точно так же. Остается только соединить верх и низ носочка. А помнишь, ты говорила, что у носка есть неправильность? Да, говорила, только не неправильность, а некое несоответствие. И никто не угадал, что не так. Посмотрите на выкройку. В обычном носке верх и низ четко одинаковы, а здесь разница почти на треть. И поэтому, соединяя верх и низ носка, делаем припосадку петель. Сначала надеваем верхнюю часть, она короче, и на нее припосаживаем нижнюю вместе с уголком. Ну и ну, так никто не делает. А я сделала, и получилось четкое облегание ступни. Удобно, необычно, легко и очень просто.